Патриотическая наклейка и световозвращающий элемент для каждого водителя. Волонтеры Одинцовского молодежного центра совместно с сотрудниками окружной госавтоинспекции провели праздничную акцию и поздравили участников дорожного движения с Днем России. Эта акция посвящена Дню России. Так как на выходные чаще всего все разъезжаются, мы захотели сделать это в будний день, чтобы в праздничный день уже все машины были украшены нашими наклейками. Выходя из автомобиля, водитель становится пешеходом, поэтому световозвращающий элемент важен для всех, и особенно в темное время суток. Сегодня мы вместе с волонтерами Подмосковья в очередной раз напоминали о правилах дорожного движения, которые надо обязательно соблюдать. У нас впереди большие летние каникулы, поэтому напоминали о том, что надо обучать и подсказывать, помогать детям, как правильно себя вести на проезжей части, в автобусах. Соблюдение скоростного режима, правил проезда через пешеходные переходы, а также обязательное использование ремней безопасности. Именно это поможет сохранить жизнь и здоровье участникам дорожного движения. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».